Русский солдат. Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Объявление войны. Германские войска напали на нашу страну. Мир спас русский солдат. Была разорвана в клочья земля. И разбужен народ войной. Рано утром вторглась орда, сжигая дома за собой. Сокрушительным был удар, но победа вырвалась из рук. Силу неслыханную познал враг. Русский дух. Свои города в первые дни войны не хотят и не поймут никогда радость русской души. В счастливый и растерзанный май был остановлен нацистов ад. Ты помни, никогда не забывай. Мир спас русский солдат.